Итоги 2017-го подсчитали ивановские статисты. Специалисты оценивали экономические и социальные показатели за период с января по декабрь прошлого года. Подвели итоги почти по всем сферам жизни – производству, ценам, доходам. Отдельно рассматривали демографическую ситуацию. Она в Иванове, как выяснилось, не самая благоприятная. Численность постоянного населения на 1 января 2018 года составила 1 014 620 человек. По сравнению с 2016 годом у нас численность населения сократилась на 8,5 тысяч человек. У нас складывалась естественная убыль населения. Мы видим, что в прошлом году, в 2017 году по сравнению с 2016 годом у нас незначительно снизился уровень смертности и достаточно существенно снизился уровень рождаемости. Важная причина того, что количество населения снижается – миграция. Очень много людей уезжает в Москву и Московскую область. Зато положительные стороны отмечают в институте семьи. Ивановцы стали заключать больше браков, разводов, наоборот, стало меньше. Что касается производства, динамика снижена почти во всех сферах. Незначительный прирост у текстильных предприятий и пищевой промышленности. Добыча, обрабатывающие, производство электрической энергии, газа, пара. Значит, разная динамика, разные темпы. Наибольшее снижение было получено в энергетике, судя вот по этим показателям. Это связано в основном было с тем, что нестабильно работали немногочисленные наши ивановские предприятия энергетики. Подведены предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016-го. Как выяснилось, эта сфера переживает не лучшие времена. В основном почти по всем категориям хозяйств, кроме индивидуальных предпринимателей, у нас произошло сокращение численности числа сельскохозяйственных предприятий. Ну вот основные причины сокращения сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств – это ухудшение материально-технической базы из-за недостаточного уровня доходов. В 2017-м урожай овощей, в том числе и картофеля, снизился. В животноводстве ситуация на прежнем уровне. Поголовье скота неуклонно падает. При всем этом отмечают рывок в сфере строительства. Объем работ по виду деятельности строительства – существенно прирост 128,2%. Это первое место в Центральном федеральном округе. И темп по темпам. По словам статистов, в большинстве своем данные предварительные. Их будут уточнять. С результатами работ все желающие могут ознакомиться на сайте Ивановской службы статистики. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.